Решила я купить мебель и воспользовалась скидкой в 50%, чтобы купить гостиную Стелла в фирме Лазурит. Выбрала серию беленый дуб. Мне очень понравилось, как смотрится это в салоне. Но, как обычно, не бывает без недостатков. Самый главный совет, если вы покупаете мебель, то обязательно нужно проверять фасады и все, что стеклянное в этой мебели. Полочки и дверцы. Как выяснилось, фасады нужно проверять не только на целостность, но и на соответствие цветов разных фасадов. То есть получается, что фасады, которые внизу, у нас одного цвета, а фасады, которые идут на выдвигающиеся полочки, получились совершенно другого окраса, другого цвета. Это именно окрас, потому что это МДФ, то есть это не настоящее дерево, не массив, поэтому здесь это идет именно разнотон при производстве. В центральном шкафу должны быть стеклянные полочки, вот для них уже сборщик сделал крепление. А вот это вот сбоку висит подсветка полочек. Полочки нам привезли бракованные. И также на складе не оказалось большого карниза. Позже во второй заход нам доставили уже хорошие полочки, качественные, и недостающий карниз. Отзывов про Лазурит огромное количество, но я могу сказать, что мне очень сильно повезло с доставкой и сборщиком. У меня вообще нет претензий ни к доставщикам, ни к сборщикам. Единственное, что у них получается как-то немножечко косячно работает склад. По разнотону фасадов у меня приняли претензию, и уже была попытка привезти мне другие фасады, но фасады были привезены точно такого же цвета, светлого. У Лазурита, оказывается, есть услуга подбора цвета фасадов, но так как я не могу постоянно находиться дома, мы договорились, что эта услуга мне будет оказана в самом салоне. То есть в салон привезут несколько вариантов разных окрашенных фасадов, чтобы я могла выбрать более подходящий цвет для той мебели, которую мне привезли. Мне очень понравилось, как работают доводчики. То есть вот эта вот стеклянная дверь в центральной секции, как бы сильно я ее не закрывала, она все равно закрывается плавно. И вероятность того, что можно разбить стекло, практически нулевая. К большому сожалению, фурнитуру выбрать невозможно, только та, что идет в комплекте от фабрики, поэтому ручки только такие. То есть получается, что фурнитура вот такая вот обычная, матовая, серебристого цвета, она очень приятная, но я бы, конечно, хотела поставить другую фурнитуру, если бы была такая возможность выбора. У шкафов идет отделка бамбуком. Называется это бамбук янтарный, хотя, конечно, по цвету это бежевый цвет. Так как это природный натуральный материал, то здесь видны небольшие огрехи. Но эти огрехи незаметны при ежедневном использовании этой мебели. То есть только при пристальном придирчивом внимании можно прицепиться, что вот здесь вот что-то не то. Но это ведь говорит именно о том, что это природный материал, и абсолютно идеально в фабричных условиях сделать это незаметно практически невозможно. Фабрика у Лазурита находится только в Калининграде, то есть никаких других подразделений у них нет. Сами полки, например, в шкафу сделаны очень хорошо. Они оклеены пленкой со всех четырех сторон. Петли с доводчиками абсолютно везде. То есть все дверцы закрываются очень плавно и бесшумно. В выдвижных ящиках фурнитура скрытого типа. И также здесь все плавного закрывания. Я оформила рассрочку, потому что сразу у меня не оказалось столько денег, потому что мебель Лазурит достаточно дорогая. Тоже так же плавно закрываются и нижние ящики. И рассрочка у них оформляется беспроцентная
но она оформляется через банк, поэтому выглядит все равно это как банковский кредит, просто от суммы рассрочки. Сам лазурит для банка делает еще скидку, чтобы размер этой скидки уходил в банк в качестве процентов. Но для покупателя это на итоговой сумме никак не сказывается. МДФные фасады идут с глубоким тиснением под фактуру, структуру настоящего дерева. То есть такая имитация. Вот такой вот разнотон, который сразу видно. При очередной сборке выяснилось, что у нас не совпадают цвета вот этой вот верхушки, которая сверху вешается на крышку шкафа. То есть получилось так, что эта часть одного цвета, а вот эта часть другого цвета. То есть это уже обнаружил сборщик при сборке. Опять это все довозили, привозили. Заново к нам приходил сборщик, все это собирал. Мы ездили и сами в салон, и к нам приезжали мальчики домой. Экспедиторы, водители меняли. И обнаружилась очень интересная особенность. Такое чувство, что это брак на производстве. Потому что, вот если вы обратите внимание, здесь это вообще пленка. И здесь у основного, так скажем, тела корпуса самого шкафа идет как будто бы фактура дерева. Вот такая вот фактура дуба, да? А вот здесь идет совершенно... Вот такое чувство, как будто от другого дерева фактура. Да? Именно за счет этого, что здесь больше белого и меньше вот этого цвета и не подходило. Ну вот если уж совсем придираться, то и здесь вот сейчас получается, что вот эта вот часть подходит, а вот эта часть не подходит. Но мы уже плюнули, не стали. Потому что это можно менять, по-моему, бесконечно. И самое интересное, что нужная фактура, 100% правильная, на изнанке, то есть вот здесь вот внутри, именно тот цвет, который должен быть снаружи. Я не знаю, как вообще это все у них там делается на производстве, но такой брак грубейший. Нам привозили вот эти фасады маленькие, вот этих шкафчиков, из разных партий, разных месяцев. И достали где-то август, июнь, июль, то есть там каких-то вообще годов. Но они все вот такие вот какие-то разношерстные. Вот мы два нашли в новых, а два вот таких фасада нам отдал салон. То есть нам отдали бэушные фасады. Сейчас после замены это выглядит, ну, более-менее однородно. Но вот я считаю, что это очень такой сильный косяк фабрики. После всех наших приключений, обменов, постоянных сборок, это выглядит уже вот так вот более-менее равномерно и хорошо. Но я могу сказать, что больше в лазурите я заказывать ничего не буду. У меня как-то желания больше нет у них заказывать. И мне сказали, что в основном такие огрехи у них бывают именно в светлом цвете. То есть в темном исполнении, такой шоколадный у них цвет, таких огрехов, как правило, не бывает. Не могу сказать, что я советую мебель лазурит, хотя... Чего не отнять, того не отнять. Сервис у них просто на отличном уровне. Все рекламации принимаются, все исполняется, меняется, но это может происходить бесконечно. Желаю вам только самых выгодных приобретений, особенно таких крупных покупок, как мебель домой. Надеюсь, вам было немного полезно это видео. И всем пока-пока, друзья!